Куда идешь? Я иду кататься на коньках. И что несешь? Рюкзак несу. Взрослый. Как школьный, да? Да, как школьный. Но детей у школьников что больше рюкзак. Иди уже. И, например, раз... Да вот это на дороге. Будешь ты ходить в школу? И меня мальчик будет носить за меня портфель. Потому что всегда мальчики носят за девочками портфель. Девочки им венки могут плести. И даже шляпки их носить. И даже... А зачем? Какой мальчик тебя будет портфель носить? Как его будут звать? Стас. Стас? Да, у меня в школе он уже учится. А может быть Валерочка? Нет, Валера это уже другой. Муж ушел. А, муж твой будет? Мой. А чей? Папиной сестры уже муж. Ну, пошли. Накружились. А что, не предлагают замуж? Не предлагают замуж. А просто... ты уже думаешь, да? Да. Кого захомутать из пацанов? Да. Каких? Я думаю, на Косте жениться, потому что Кость... У Кости голосом хороший. У Стаса прическа всегда хорошая. А у Артемия очки красивые. Так ты же женишься не за очков и не за прически. Ты чтоб любить, чтоб жить вместе. А? Я не знаю. Ну пойдем подумаем. Ага, пойдем подумаем. И на катке еще будет даже уже планы. Езжай, езжай. На старт, внимание, поехали! Вот как вы видите, мне почти получается. Кататься? Да. Скоро будешь уже без поддержки, да? Ну, наверное. Нам же еще и так нужно научиться. Но попробуй проехаться без держалки. Нет! Почему? Надо научиться сначала нажать держалкой. А потом? А потом будет без держалки. Ну ладно, давайте, катайтесь. Не буду вас отвлекать. Да? Вперед! Щекастик! Ну давай! Ноги только вверх подними, когда поедешь. Ноги вверх подними. Вот так! Супер! Еще! Давай, давай, еще бегу. Сядь нормально. Все, покупаем лопату. На лопате интересно играть. Ты упадешь сейчас, упадешь. Боже, в чем завтра в садик идти, а? Не просохнет. Не просохнет. Кира. Давай лопату мне. Нет, это черенок. Вверх поднимай, вверх.
вон ступени, вон, смотри, ступени, смотри. Вон там ступени делают. Послушай меня. Давай быстрей. Ой. Иди, смотри, смотри. Давай, поехали. Кира в слоумо, да? Подловим, давай. Давай. Еще. Жопу сотрешь, давай. Поезд. Давай еще, теперь я снимаю. На фоне ребенка, съезжающего сзади. Умылась. Да. Ну? Подожди, не пришло. Не пришло? Откуда умная мысль в неумной голове? Сам ты неумная голова. Я пошла домой.